Всем привет! Вот и видео вопрос-ответ. Если хотите еще такое видео, то пишите в телегу под этим постом, или же здесь под комментариями. Сколько тебе лет? 15 лет, день рождения 2008 год, 11 апреля. Как удается совмещать создание видео и учебу? Сама пытаюсь, но видео делаю в лучшем случае раз в неделю. Интересно послушать твои способы. Я учусь на домашнем, учителя придут 1-2 раза в день и до вечера я свободна. Как реагируешь на комментарии в отрицательном отношении? Задевает ли тебя это сильно или нет? А вообще тебе приятно видеть комплименты под твоими чудесными видео? Если их и так много, или ты уже насытилась ими? Я свое отбоялся, нахуй, отплакался, отбоялся, вообще похую. Они дают мне комментарии, а значит актив. А комплиментов много не бывает, очень приятно, когда мой труд ценят или оценивают. Интересно, сколько времени уходит на одно видео? Например, взять ту же красную плесень. Но по-разному, средний час и полчаса, это зависит, сколько деталей и анимации нужно создать и скорости алайка. Например, эту модель я делала 1 час. Анимацию 30-40 минут плюс текст плюс мелкие детали равно 3 часа. Хотя видео может и занять всего 30 минут, как это. Сколько вам пришлось времени на такой большой актив? Но 2 года, наверное, там и скилл прокачать. И в YouTube каждый день видео заливать. Хотя свой актив на данный момент я заполучила за 3 месяца. Как ты начала слушать «Красную плесень»? И какой, так сказать, сборник куплетов твой любимый? Я не слушаю «Красную плесень», а она просто нашла меня. Мне понравилась идея, и я узнала, что есть не только I Be Scatman и диско 90-х, и остальные. Любимый сборник «Синие сандали». Какая у тебя модель телефона? Oppo A53, 64 гигабайта. Да я бомж, еле выживаю на этих 64 гигабайта. Какую музыку слушаете? Разную, как и бразильский фонк, так и ускоренные песни. Кстати, если интересно, можете посмотреть у меня на канале. Все песни у меня в плейлистах. Какое любимое аниме? One Piece. Можешь сказать, как ты научилась делать такой монтаж? Ну, благодаря туториалам. И сама каждый день улучшалась в монтаже. Вот и все, вопросов было немало. Извиняюсь, если не попали в видео. Спасибо за просмотр.